Всем привет, меня зовут Артур Решетов, и это ТОП ШОУ НЮС, все самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса. Дочь Алсу, Микела Абрамова и финалист «Голос Дети» Ержан Максим приступили к съемкам клипа на песню «Это любовь». Месяц назад вокалисты представили дебютную композицию в рамках детской новой волны. 11-летняя дочь Алсу продолжает строить музыкальную карьеру. Микела Абрамова воспользовалась шансом, который она получила от победы в 6-м сезоне передачи «Голос Дети». Юная певица объединилась с 12-летним Ержаном Максимом, чтобы записать дебютную песню «Это любовь». Это любовь, белой птицы, наши окна постучится. Микела пошла дальше и теперь готовит клип композиции. «Хочу сказать, что это все выглядит намного легче, чем есть на самом деле. Сказать, что мы устали, это не сказать ничего», — написала Микела Абрамова в Инстаграм. Дочь Алсу призналась, что ей пришлось встать в 4 утра, чтобы к 6 быть на съемочной площадке. Работу смогли закончить только в 1:00. Съемки завершились, осталось дождаться монтажа клипа. На личной странице дочери Алсу в Инстаграм появляются только положительные комментарии. Любой негатив сразу удаляется. Долгое время девочку травили в соцсетях после того, как выяснилось, что результаты голосования в конкурсе «Голос Дети» оказались нечестными. Микеле пришлось вместе с мамой отказаться от светской жизни на некоторое время. Звездную семью обвинили в махинациях со зрительскими смс-ками в финале песенного конкурса. Первый канал отменил результаты программы «Голос Дети» и сделал победителя всех 9 финалистов сезона, в том числе и Микелу Абрамову. Приз в размере 1 000 000 рублей дочь Алсу перечислила в благотворительный фонд. На этом у меня все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И будь в курсе всего самого интересного из мира музыки и шоу-бизнеса. Пока!